Мир вам, братья и сестры. И сегодня позволю себе, чтобы я сидел удобно, как и вы. Я очень рад видеть вас. Прошло немало времени все-таки, когда нельзя было мне реально приехать раньше времени, чтобы пообщаться, побывать с вами, чтобы послужить вам. И сейчас для меня это огромное удовлетворение духовное, чтобы и этим очередным семинаром, который сейчас мы будем иметь, или проще беседой, послужить. Я буду очень рад, если сегодня нам удастся все-таки провести его в таком формате, больше вопросов и ответов, что было, если вы приготовили. Поэтому для меня будет очень приятно, если мы включимся все совместно в рассмотрение и предыдущих под тем, которые мы с вами прошли, и также сегодняшнюю, которую мы рассмотрим. Она, в принципе, очень объемная, однако попытаемся хотя бы некоторые нюансы раскрыть, и через это, может быть, увидим некоторые проблемы, в которых мы сейчас находимся, или с которыми мы боремся, и, может быть, оказались как белка в колесе, крутимся, ищем выхода и никак не можем найти. А может быть, сегодняшняя беседа даст какой-то толчок, какое-то направление, какой-то выход из этой центрифуги, и мы сможем идти вперед, оставляя заднее, забывая заднее, идти вперед для того, чтобы действительно быть благословенными для Господа. Наша подтема, я не знаю, есть ли такое выражение русское, подтема, есть такая. Значит, как пункт из общей темы, значит, это страдания, вызванные чувством вины или состоянием вины. Это уже конкретно можно подчеркнуть, что это душевное страдание, вызванное чувством вины или состоянием вины. Есть разница между чувством вины и состоянием вины. И поэтому, объясняю опять, тема очень объемная, мы не сможем говорить обо всем, начиная с того, чтобы давать определение, что такое вина, вот, что такое чувство вины, что такое состояние вины, разновидности. Для меня важнее раскрыть сейчас законы духовного мира, чтобы нам проникнуться и увидеть, какие процессы происходят внутри в нас, в душе, на уровне интеллекта, на уровне чувств, на уровне нашего сознания, находясь вот особенно под давлением, подчастую, а можно сказать даже и большей частью, особенно в наше время, в котором мы живем, это под давлением демонического мира, который использует оружие очень успешно, такое оружие, как вина, для того, чтобы поражать особенно народ Божий. Особенно народ Божий. Естественно, этому есть предпосылка, которую он опять-таки разыграл этот сценарий, и довольно-таки успешно, значит, через средства массовой информации, через интернет, через все то, что окружает нас, как среда, он делает все необходимое для того, чтобы осквернить нас. Осквернить. Осквернить наши души, осквернить наш дух, осквернить наш ум. И имея повода, хотя бы немного, где-то какой-то пропуск произошел с нашей стороны, тогда, имея еще и повода, а и не говоря уже про серьезные улики, если мы чем-то увлеклись не тем, что надо, тогда он берет этот повод и наводит сокрушительный удар, я бы сказал, до такого состояния, что люди просто не могут выпрямиться. И вчера немножко было
так подчеркнуто в отношении депрессии, что да, действительно, к великому сожалению, и христиане, их просто-напросто уже косит. И к великому, еще раз говорю, удивлению, раньше такого не было, мы не знали. Но сейчас сплошь и рядом христиан, впавших в депрессию. Лично для меня это не является скажем, ожиданностью или странным явлением. Это является тоже предупредительное или пророческое слово Христа, которое говорит именно о последнем времени, о том времени, который Он дает и определение, что наступят времена тяжкие. Именно тяжкие. Это не потому, что нечего будет кушать, нечего будет пить, а потому что наши души и два будут выдерживать этот удар и эту тяжесть, которая, или я бы сказал, это внешнее давление, которое, оно настолько ощутимо, что подобно как уже второй день, тем более я имею там некоторые такие еще дополнительные диагнозы, как ревматизм и другие вещи. Вот. Как приятно сегодня улыбнулось солнышко, и вечером, как будто целую неделю готовился этот туман, и вчера, и сегодня. Вчера мы когда вышли, задержались немножко с братьями, постояли у крыльца, и я говорю: братья, пойдемте, потому что я скоро буду выжимать свои штанины, вода потечет. И вот хочу эту вставку применить к тому, что живем вот в это время, вот этого духовного давления, мы настолько его ощущаем, что если выжмешь какую-то чью-то душу или, скажем, одежду брата или сестры, то здесь, я бы сказал, та самая чаша вины, это 100% можно будет выжать, не обвиняя его. Просто выйдет сок собственный, который он в нем варится, обвиняя себя за одно или за другое, или за третье, или за четвертое. Поэтому давайте будем внимательны и попытаемся разрешить хотя бы немного эту проблему и попытаемся успеть противопоставить себя или, скажем так, одеться действительно в броню праведности, чтобы и в это время нам устоять и защититься от этого метода современного, более успешного со стороны демонического мира. Предлагаю вам прочитать место Священного Писания. Это Йова, книга Йова. Ой, извините, Псалом, 104, 17, 23 стих. «Послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его. Железо вошла душа его». Не просто в туман, а в железо вошла душа его. «Доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его владетели народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим». И заметьте, чем он должен был заниматься? Собирать только пшеницу, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Два раза упоминается душа. Это не тавтология, просто повторение, но здесь Дух Святой хочет что-то нам открыть, начиная с того, что раскрывает, в каком состоянии оказался или Бог усмотрел, допустил испытание этого молодого человека, чтобы его душа вошла в железо. И эта же душа после, когда была испытана,
Выйдя на свободу, образный такой язык еще употреблю, значит, оказалось, там, где никакими путями и методами того мира невозможно было бы это осуществить своими силами, своими планами или стратегией, или проектами. Это только Бог сверхъестественным образом берет этого молодого человека и ставит его между вельможами и ставит его не как, чтобы он был там, скажем, на сцене, чтобы все восхищались его красотою, статностью, как сейчас это делают уже на этих подиумах и мужчин выводят, вот, не говорю уже о культуристах, но ставить его там с целью для того, чтобы он учил этих вельмож по своей душе, и старейшин учил по своей душе. Пусть это будет для нас уже началом нашего рассуждения, размышления, для чего все-таки начальная наша, скажем, тема, изначальная, как в шапке мы ее заглавили, это смысл и значение страданий, смысл и значение скорбей, смысл и значение печали, которую Бог допускает в нашей жизни. Здесь мы видим очень сжато, концентрированно, как Дух Святой открывает смысл страдания Иосифа. Что его страдания, находясь в этом состоянии души, в железо, окованное, значит, там эта душа проходила серьезную подготовку и обучение. Когда мы собирались с нашими братьями здесь, в понедельник, кажется, это было, то поднялся вопрос, сколько нужно лет для того, чтобы выучиться на медика. Один сказал 5, другой 8, ну а там они еще увеличились. И после этого еще, конечно, надо еще немножко поработать, чтобы стать настоящим медиком. Каким стал Иосиф? Какая у него была профессия? Какой диплом он получил? Кем его определили? На сегодняшний день не будем заниматься этим вопросом и не будем ставить печати и подписываться. Но самое интересное, самое главное, что действительно он прошел очень серьезное обучение, серьезный университет, и это не 7 лет, но намного больше, если начинать рассматривать с момента, когда он был продан. К Иосифу мы вернемся еще не раз. Но я бы очень хотел сейчас вызвать в вас немножко такое, ну как сказать, даже не знаю, как выразить, может быть, дополнительно еще заставить задуматься, задав вот такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, как вы бы реагировали, если бы в начале года вас поздравили с Новым годом, вы получили открыточку, ну, такую довольно-таки интересную, с всякими этими оформлением и даже золотыми буквами. И там такое содержание с таким пожеланием новогодним, и, скажем, вы начинаете читать. «И желаю тебе, чтобы ты стал виновным. Желаю тебе, чтобы ты целый год был виновен. Желаю, чтобы ты целый год, чтобы тебя целый год обвиняли». Странно, да? А это что такое? Правда, это вне всяких норм. Но а можете представить, чтобы кто-то вам пожелал такое? Трудно, да? Но а как бы вы реагировали, и вы бы согласились с таким пожеланием? Вы знаете, в принципе, мне приходится работать в этом отношении каждый год и всегда давать пожелания такие нестандартные. Ну,
как обычно, это море счастья, океан любви и та-та-та-та-та-та-та и прочее-прочее. Обычно такие пожелания, знаете, что я делаю? Я их принимаю как спамы. И откуда приходят, туда и уходят. Я их сразу туда. Какие бы там открытки ни были, все. Но когда вложен смысл, пусть даже такой же, он бросит мне вызов, чтобы я задумался. А почему ты это делаешь? Для чего это делаешь? Почему ты мне это желаешь? Это злой умысел? Это из-за любви или из-за ненависти? Странно. Друзья мои, а знали мы о том, что фактически Иосиф получил такую открытку с неба? Тогда, когда он увидел сон, что поклонятся ему снопы, да? Поклонятся еще кто? Колосья? Вот же. И о звездах. А знаете ли, что это была поздравительная открытка? Или это не так? Я что-то неправду говорю. Единственное, что там не было просто написано то, что я сейчас говорю. Он получил поздравительную открытку. Ты будешь виновен. Тебя будут обвинять. И не один год, и не два, и не три, а много лет. И ты станешь виновен. И ты будешь отвечать, как виновный. Как вам все это звучит? Да, Владимир Васильевич. Да. Сразу же. Как он получил открытку и прочитал текст, уже сразу вина пошла. Совершенно правильно. Кто ты? И вообще, кем ты себя ставишь? И все прочее. Да. Вот это уже мы дальше уже будем рассуждать. Дорогие мои, а здесь к этому я еще одно хочу приложить. Еще одно. А как если, например, вы получите еще другую открытку, что вам пожелают, чтобы вы были виновны всю вечность? Я желаю, чтобы ты был виновен всю вечность. Следующий вопрос. Кто чувствовал себя комфортно, уютно, прекрасно и испытывал эйфорию, когда был виновным? Пожалуйста, есть такие? Есть такие? А это уже мы не трогаем клинику. Клинику не трогаем. Совершенно правильно. Мы пока... Здесь все здоровые люди. Олег Николаевич, мы все здесь здоровые люди. Да, хорошо. Хорошо, хорошо, спасибо. Но нужный был тоже такой вопрос. Однажды один человек, живущий на земле, которого мы все знаем, испытав состояние вины, испытав состояние именно вот этого статуса обвиненного, сказал такие слова. «Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь?» Кто знает, чьи эти слова? Кто вспомнит? Йов. Значит, заметили. Если же я виновен, то для чего я напрасно томлюсь? Можно было бы весь этот текст, где он рассуждает о вине, прочитать. Можно было бы и неплохо было бы, но времени у нас нет. Я бы хотел больше дать времени для дискуссии, для размышления. Но я вам горячо советую, пожалуйста, 9 глава, 29 стих, книга Иова. Пожалуйста, посмотрите, вообще всю 29 главу было бы неплохо. Тогда, когда он находится именно на апогее вот этого состояния, в апогее этого состояния, когда вина буквально сжимала его как тиски, и он все еще задавал вопрос, что еще?
Что еще должно произойти и почему? У него много было вопросов по отношению к Богу. И, естественно, я не собираюсь сейчас впадать в детали, в дискуссии специально в отношении этого диалога Иова не только с друзьями, но и с Богом. Однако, посмотрите, только вот его эта краткая речь, как много говорит о состоянии человеческой души, скованной в железо, о состоянии. Он говорит, если же я виновен, то для чего напрасно я томлюсь? Томление, томление души во время, когда человек чувствует себя виновным, или его обвиняют, или он на самом деле виновен и осознает свое состояние. Здесь мне бы очень хотелось также напомнит о том, что и Давид не раз испытывал и находился на таком положении. И, кстати, именно в его образе, в его лице мы сможем увидеть разницу двух состояний. Это состояние, когда человек действительно виновен по причине совершения определенных преступлений и грехов, и беззаконий, и он видит пред собой, как сам Давид говорит, грех мой я вижу пред собою. Конкретно и ясно об этом он говорит, я вижу. Мало того, он еще говорит, что от тайных моих что? Очисти меня. Он пускает в ход фонарик духовный и начинает искать, чувствует дискомфорт своей души, своего духа, видит, что нету той благодати, того духа, который он испытывал в определенное время, будучи исполненный Духом Святым, когда и вдохновленный, и писал пророческие псалмы, и Дух Святой действительно употреблял его чудесным образом, и он пребывал действительно как на небесах, испытывав вот это состояние неотчужденности, а я бы сказал, состояние разграничения, он понимал, насколько это ужасно, и когда он понимал еще, что действительно есть этому причина, это его грехи, это его беззаконие, это его преступление, тогда он начал делать все необходимое для того, чтобы освободиться и от вины, раскаявшись, исповедавшись и вопросив Бога, чтобы он его очистил даже и от тайных. Естественно, таким образом освободиться и от чувства вины, которое действительно, как, еще раз говорю, серьезное оружие, и часто, мы еще об этом будем говорить, дьявол употребляет его очень умело и очень успешно. Давид успел увидеть это состояние и успел избавиться от этого состояния. Давид успел разграничиться именно от другого состояния, тогда, когда человек, будучи запутанный, не понимая, что с ним происходит, он чувствует себя виновным, он испытывает вину на себе, он считает себя виновным, но он не может назвать конкретно за что. И вот здесь, вот эту середину, мы уже в конце с вами попытаемся ее рассмотреть. Или я бы сказал, эту категорию людей, особо чувствительных к чувству вины или к этим мыслям навязчивым, которые успешно обвиняют нас. Вот эту ситуацию, вот это состояние мы попытаемся уже в конце более подробно остановиться и поразмышлять об этом, потому что в этом особая необходимость. Но есть еще другое состояние, которое хочу сейчас вам предложить его, так, чтобы закончить нашу тему о смысле и значении страданий, и то душевных страданий, испытывая не чувство вины, а находясь или беря на себя вину другого. Это совершенно другое положение, и здесь это состояние, или я бы сказал, это испытание, которое Бог допускает в нашей жизни, Он допускает для определенной цели, чтобы через это и прославиться.
Поэтому, может быть, не совсем удачно было мое вот такое, я бы не сказал вступление, но разъяснение, распределение этих категорий, но с Божьей помощью, с вашей помощью, надеюсь, что мы сможем как-то выйти на те главные моменты, которые нам необходимы, чтобы разобраться именно в первую очередь в себе и задать себе вопрос, что со мной происходит в сущности? Что это испытание от Бога, и Он допустил это, чтобы моя душа сейчас находилась именно скованная в это железо, железо обвинения и вины, или это дьявольское оружие, или, может быть, это мое восприятие и, скажем, мое такое состояние болезненное, я бы сказал, отношение или, можем так сказать, ранимость моей души, что я восприимчив к любой мелочи и беру на себя больше, чем кто-то возлагает или вообще мне, на меня никто подобного не возложил. Если я каким-то образом запутываю вас, пожалуйста, помогите своими вопросами. Но если идем правильно и хорошо, дайте мне понять, что мы можем продолжать. До сих пор все нормально идет? Вопрос, да. Можно будет тогда в конце об этом говорить, когда подытожим. Можно? Хорошо, спасибо. Главное, на чем бы я хотел остановиться, это на этом герое Иосифе, чтобы в конечном итоге просмотреть еще других героев веры, включительно и из числа женщин, которые оказались орудием в руках Божьих, чтобы Бог использовал впоследствии для особого благословения. Орудием в руках Божьих, которые оказались способными нести чужую вину на себе. Попытаюсь тезисно и бегло, быстро рассмотреть специально образ Иосифа, который мы прочитали. Было все прекрасно, как мы уже говорили. Прекрасная семья, многодетная семья, любящий отец. И вдруг в один миг, после получения этой открытки, пожелание хорошее, не новогоднее и не на один год, а на годы наперед. Вот, придет время, когда тебе поклонятся, ну, неплохо. Вот когда это уже произойдет, может быть, завтра или послезавтра, когда у меня будет, наверное, именина, и тогда уже у всех прозрение наступит, что Иосиф выбранный Богом, и вот к нему нужно подойти, и нужно будет поклониться, потому что так сказал Бог, и мы получили откровение. Да? Скорее всего, мы бы так восприняли эту ситуацию, может быть, и согласились, и, может быть, он так себе тоже представлял, именно как это будет, потому что видение сверхъестественное. Это вот он видел, поделился в простоте души и все. Однако мы видим развитие всей этой истории. Первая сцена, его продали. Продали, обвинили, отправили. И тут, испытав душевное вот это страдание, будучи проданным и преданным, не будем уже эту сторону и эти элементы рассматривать, именно состоянием оказаться, как ты страдаешь, когда ты действительно, когда тебя предали и продали еще. Эту сторону не будем трогать, именно какова эта боль, какие эти муки, какие эти страдания. Давайте рассмотрим другую ситуацию сразу же, потому что мы рассматриваем все-таки самое главное, это вопрос вины, взятие вины на себе. Оказался он в доме Потифара, Бог благословил его обильно, благословил его всем, что он имел, и вдруг испытание. Мы прочитали слово, Бога испытало его. Жена, богатая, красавица,
вообще со всех сторон, казалось бы, нужно было бы воспользоваться случаем, и никак нельзя упустить его. Да, но Иосиф говорит, не могу я согрешить перед Богом, да еще и перед мужем твоим. Быстро развиваются события, его обвиняют. И, кстати, обвиняют без суда и следствия. Мало того еще, он был лишен, в дальнейшем мы прочитаем книгу пророка Исаии, что от суда он был изъят, он, ему не предоставили суд. И, кстати, нужно иметь в виду, что Иосиф – это прообраз Иисуса Христа. Вообще, это уникальная личность, старозаветная личность, которая действительно настолько прожил беспорочно свою жизнь и не опятнился ничем, что это редкие были личности в Старом Завете, чтобы действительно прожить такую достойную жизнь, достойную подражания во всех отношениях и для молодых, и для пожилых, и для начальствующих, и для бизнесменов, и абсолютно для всех, и для знатных, для ученых. Это уникальный образ. Уникальный образ, уникальный человеческий портрет, который действительно стоит ему подражать и учить своих детей, чтобы они часто смотрели на него. Так вот, смотрите ситуацию. Обыкновенно первая защитная реакция у каждого из нас в момент, когда нас обвиняют или когда просто спрашивают, то что мы отвечаем? Нет, это не я. Чувство вины мы испытали еще с детства. Это первая разбитая чашка и разлитая вода на полу. Да? Это ты сделал? Нет, не я. Как обычно, да? Первая реакция – нет, не я. Нет, не я. Почему? Потому что состояние вины или чувство вины сразу что предполагает определенное наказание. И чтобы не было наказания, мне нужно сделать все необходимое, все стереть, все затереть, все убрать, все следы замести для того, чтобы что? Чтобы не быть наказанным. Вот оно заложено уже в нашей этой греховной природе. Почему? Потому что мы уже находимся под законом, а закон обвиняет. И фактически чувство вины в нас уже генетически, оно передалось и присутствует в нас. И мы его ощущаем буквально всем своим естеством еще с детства. И реагируем соответственным образом. Кстати, поэтому и апостол Павел в послании Римлянам говорит, что вот мы все под законом, а это значит, мы все виновны пред Богом. Буквально все. И вот это чувство вины, оно постоянно присутствует в нас. И вот в данный момент мы говорим по отношению к Богу. В данный момент Иосиф, его обвиняет жена Потифара. Однако, смотрите, и давайте немножко остановимся на его поведении, и через это мы возьмем для себя какой-то урок и проверим себя, какова наша реакция. Естественно, шло время, когда, скажем, его поймали, повязали, выставили, скажем, там одежду, ждали, когда вернется муж, потому что это не, он же не пришел тут же в сию минуту. Там его поволокли и ждали, когда вернется судья, который был в лице мужа. У него было время подумать, или сказать правду, или промолчать. И у него была возможность оправдаться. Но что интересно, что здесь мы видим образ уже Христа. Он оказался безгласен, как агнец. И теперь вопрос. Давайте мы, какая причина? Боялся? Не думаю. Какая же все-таки причина и что заставило или вообще, почему он принял такое решение защитить жену Потифара? В моих рассуждениях я пришел к такому заключению. Первое. Он очень любил своего господина. Он очень любил, он очень ценил, он очень уважал. Если говорить о почтении, то действительно он почитал не просто старших, или как написано, дети, почитайте своих родителей. Не просто слово. Вот в чем именно почитание здесь проявилось Иосифа. Он понимал, что если он скажет всю правду, первое, что он сделает, он опозорит своего господина. Он бросит пятно в его адрес.
его авторитет тут же упадет. Я более чем уверен, что ни один мужчина из присутствующих и слушающих нас не хотел бы оказаться на положении Потифара, чтобы услышать, что твоя жена, извините, сделала такую бяку. Но об этом описывают в мире, знаете, как-то все расписывают, есть специальные такие термины и прочее. Не, не место, не наше дело этим заниматься. Я скажу, это бьет по достоинству серьезно. Поэтому он сделал все необходимое, чтобы сохранить и не уронить, слово «уронить» идет, урон, не уронить достоинство и авторитет своего господина. Первая ставка была именно на этом, отношение господин и я. Он осознал, он мне дал все, он доверил все, он до сих пор доверял все. Я не могу согрешить перед ним. Я не могу его опозорить. Первое было решение. Второе. Он понимал, что если он назовет настоящую виновницу, то семья распадется. Третье. Он понимал, что просто она пострадает. И поэтому он решил, взял на себе ее вину для того, чтобы сохранить достоинство господина, сохранить семью и сохранить, еще раз говорю, ее защитить с надеждой, что, может быть, когда-то она прозреет и поймет, что она делает. А вполне возможно, тут можно развить дополнительно еще, что она делала не только с ним, а кто его знает еще, чем она занималась, и, может быть, это уже был момент, когда просто она остановится. Но, друзья мои, если бы рассматривали мы только эти нравственные моменты, это было бы недостаточно. Я скажу вам откровенно, что взять на себе именно такой удар – это нелегко, непросто. Не каждому это под силу, и не каждый способен на это. Нужно тут признать. Поэтому тут мы еще будем к этого касаться, но главное, что я бы хотел здесь подчеркнуть, что Иосиф оказался в темнице, и тут вот этот момент, пожалуйста, помогите мне вместе взглянуть на состояние души Иосифа. Потому что, может быть, кто-то узнает себя сегодня. Я более чем уверен, что вас обвиняют с утра до вечера. Я более чем уверен, что многие из вас являются всегда объектом обвинений, обсуждений, осуждений и многого другого, и клеветы, которые не буду сейчас все эти детали. И знай, что нелегко, особенно когда ты знаешь, что ты прав. И тут уместно подчеркнуть, что помимо всех этих взглядов, даже со стороны тех же тюремщиков, со стороны всех людей, ведь я допускаю мысль, что как сейчас, так и тогда, когда кого-то бросали в тюрьму, кидали так, то всегда описывалось за что, то есть какая статья. И в тюрьме, прежде чем человек туда окажется, там заранее уже тюремщики знают, кто за что сидит. За что сидит, и в соответствии уже и такое отношение формируется. Как вы думаете, каково было Иосифу попасть туда с этой статьей? А какого отношения было других? 7 лет он находился в тюрьме, да? Или больше, или меньше? Да или нет? Помогите. Где математики? Как? Есть. Так вот, представьте себе с этой статьей 7 лет. Это вот такое отношение, которое, и он же, во-первых, не было ему дана возможность, чтобы писать, скажем, письмо на рассмотрение своего дела и прочее, апелляционное. То есть не было такой возможности. Но главную мысль, которую здесь хочу подчеркнуть, чтобы много времени не отнимать, друзья мои, что испытывал в этом положении, что испытывал Иосиф? Вот это презрение со стороны. И самое главное, которое я хочу здесь задать вопрос. Скажите, пожалуйста, тогда уже демоны существовали? Сатана существовал или нет? Дело в том, что фактически
Сценаристом всего этого дела был сам дьявол. Для того, чтобы предотвратить и чтобы разрушить план Божий, он всегда забегал и всегда думал, что этим самым не осуществится то, что Бог предвидел. И он очень умело и успешно создает вот такие сценарии, расписывая их и реализуя их. И теперь слушайте меня внимательно. Помимо вот этого давления свне, извне, Иосиф испытывал еще другое давление со стороны дьявола. Иосиф, человек молодой, ты что сделал? Зачем тебе нужно было ее покрывать? Зачем тебе нужно было ее защищать? Вот теперь ты будешь гнить и сгниешь вот здесь, в этой тюрьме. Тебя все забыли. И вообще, ты думаешь, что ты верен Богу, но где Бог твой? Где Он? Вот он тебе. Сон – это сон. Всего-навсего приснился, и на этом все. А теперь ты гниешь здесь и сгниешь. Тебе не надо было даже ее просто-напросто высвечивать или обвинять. Ты просто должен был сказать правду, и на этом все. И ладно, не захотел ты, скажем, воспользоваться ситуацией, чтобы насладиться ее любовью. Ну, ладно, не захотел, не захотел. Искушал я тебя, искушал. Не захотел, решил остаться верным. Но хотя бы взял бы и назвал всю истину. Запомните, эти 7 лет дьявол обвинял его. Еще раз подчеркиваю, слышите меня? Он 7 лет посылал вот эти мысли навязчивые, что ты виновен за то, что ты сейчас гниешь здесь. И хочу вам сказать, что вот это состояние, вот это страдание души, именно когда дьявол, он умеет, он знает, и многие из вас испытывают на себе, может быть, даже сегодня, сейчас, когда дьявол вас обвиняет и говорит, ты виновен, потому что ты так сделал. У нас в Болгарии есть много притч, как и в Украине. Одна из них, что нет ненаказанного добра. И обычно, как только люди делают добро, и вдруг за добро им платят злом, и они тогда говорят, я виноват. Я виновен, что я сделал это добро, что я сделал вот это с тобою. Я виноват. Если бы я не сделал этого добра, то такого бы не случилось. И не раскаиваются, заметьте, в своем добре. Я более чем уверен, что фактически, если у вас такой притчи нет, но реально мы высказываем с вами не раз. Мы высказываем не раз в адрес своего сына или в адрес дочери. Я виновата, доченька, что я так много делала для тебя, а теперь ты мне воздаешь вот этим, вот этой неблагодарностью. Есть такие люди, которые не, скажем, искусили себя, чтобы высказать такие мысли или такие слова вслух. Я думаю, что есть, никогда не сожалели о соделанном добре. Будьте благословенны, продолжайте в том же духе. Хочу вам сказать, что мы подвержены, еще раз говорю, именно тому, чтобы быстро дать оценку своему добру. И тогда, когда особенно нам воздают злом. И фактически мы не выдерживаем не только тогда, когда нам воздают, но когда дьявол начинает нас искушать и говорить, если бы ты не сделала вот это, то этого бы не случилось. Если бы ты не сделал то, то этого не случилось бы. Поэтому ты виновен. Вы посмотрите, куда мы сейчас идем, дальше и дальше, дальше, и увидим еще картину более глубокую, где мы, может быть, дополнительно получим прозрение, что происходит в духовном мире. С Иосифом мы можем здесь закончить тем, что он достойно и красиво прошел вот это испытание, взяв вину на себе, фактически он спас не только Потифара, он спас не только его жену, он спас не только семью, но впоследствии он спас весь род свой, и он спас весь Египет. Друзья мои,
Оказывается, что, опять говорю, смысл страдания, неся вину другого, имеет настолько огромное значение и глубокое значение для Бога, для духовного мира, что мы даже не можем себе до конца его представить. А стоило бы. А стоило бы. Мало того еще, это же Иосиф учил вельможей, учил старейшин, будучи куда, наверное, моложе, чем эти же вельможи и старейшины, которые были вокруг фараона. И я думаю, что больше всего он учил: не обвиняйте, не клевещите. Как вы думаете? Не предавайте, потому что он же после этого расставил их всех по всей империи, чтобы они управляли. Это были его подчиненные. И он постоянно ставил акцент именно на этом. Не лжесвидетельствуйте. Как вы думаете? Потому что написано, он учил их. Именно после того, когда пережил, пройдя именно через эти испытания, будучи обвиненным и сделанным виновным, и пострадавшим за вину других, он оказался учителем вельможей. С этим образом пока заканчиваем. Давайте рассмотрим еще один образ. В отношении этих духовных процессов, которые Бог нам открывает глаза, и чтобы мы не торопились оправдываться, не торопились также опускать руки или уходить в депрессию. Не торопились и не спешили. Почему? Потому что Бог допускает, и Он имеет цель конкретную для тебя и для меня. Он имеет цель, будьте уверены, и мы не должны изменить планы Божии своей неверностью, если Он допустил это испытание. Теперь проходят годы, внук Иосифа Соломон. Первое испытание на мудрость. Приходят две женщины, знаете эту историю, одна и другая. Одна обвиняет другую, другая просто оправдывается. И не больше. Случай, я бы сказал, нашего ежедневия. Ежедневие есть такое слово или нет? Повседневие. Вечно кто-то прав и вечно кто-то виновен. И как всегда, виновный фактически прав, виновный вечно оправдывается, но на самом деле он виноват. И вот мы видим эту историю. Женщина обвиняет маму живого ребенка. Соломон стоит перед выбором. Мать оправдывается. Здесь она не оказалась безгласной. Она говорила смело. Нет, когда она спала, она задушила своего ребенка. Это мой ребенок. Она не была безгласной. Вот здесь уже мы, друзья, когда приходим к Богу и говорим: Господи, ты видишь, как меня обидели, огорчили, как меня обошли, и как неправильно меня обвинили, несправедливо. Это я. Я думаю, вы в лучшем состоянии. Но я далеко не Иосиф. Чтобы не оправдываться, я говорю, как есть. Но я занимаю здесь позицию вот этой женщины, когда я вижу несправедливость, и когда меня хотят обвинить, сразу же на дыбы, сразу защитный механизм. Нет, здесь должно быть все по справедливости, да? И эта женщина начала защищать себя, действительно, это и честь, ну и думает, что этим самым она сможет что? Спасти своего ребенка. И ждет, чтобы Соломон правильно решил вопрос. И, естественно, тогда нельзя было брать ДНК. Что есть, то есть. Теми средствами, которые есть. Соломон говорит: принесите меч. И тут ситуация меняется. Мышление меняется. Что делать? В один миг. Приказ. Рассеките половина одной, половина другой. Обе будут правы. Да, но. Вдруг в сознании этой женщины все изменилось. И здесь не сработало, как ей защитить свою честь, что она не обманщица, что неправильно ее обманывают, что она не убийца, что она не убила ребенка своего.
Тут не было времени думать уже о себе. Тут время сработало на одном. Как спасти жизнь сына, родного сына? Как спасти жизнь родного сына? И в один миг она приняла решение. Подвергая себя позору, подвергая себя суду, потому что этот же меч, он тут же мог быть спущен на ее голову. После того, когда она приняла решение и предложила свое решение. Именно в это время она поняла, мне нужно умереть, но сын должен жить. Потому что когда она сказала, отдайте ей этим самым, только эти слова, два слова, отдайте ей, этим самым она тут же взяла вину на себя. То есть она взяла вину на себя, и она этим сказала, я виновна. Я преступница, я удушила ребенка, я забрала чужого ребенка. Меня убейте, но ребенка оставьте живым. Эту интерпретацию вы не сможете оспорить. Потому что она не знала, какой будет исход. Потому что, еще раз говорю, этот меч был бы, ах ты, значит, ты виновна, ты призналась. Ну, как обычно говорят в полиции, раскололи его, да, прижали и раскололи. Раскололи. Так вот, тут же наши современные следователи сказали, о, раскололи ее, а теперь, пожалуйста, все, давай, заслуживай свое наказание за убийство. Убийство. Закон так гласил. Ты убила, а теперь что? Жизнь за жизнь. Она согласилась, она приняла вину и тем самым спасла жизнь сына. Конечно, скажем так, не пронеслось. Это Божий был план. Бог спас и сына, Бог спас ее. Насколько славно. Этот пример, я думаю, что проповедуется не раз и не на одном месте. Смотрите, она пострадала, ну, малый период, осознанно взяв вину на себе. Но, пережив страдания души и агонии, это был ужас, кульминация, ради спасение сына, впоследствии она прославилась. А теперь у меня вопрос. А чего же тогда мы боимся так сильно, чтобы нас обвинили? Чего мы боимся, что нас обвинят? Или чего боимся, что на нас пальцем будут показывать, что мы виновны? Ведь смотрите, здесь открою одну скобку, как душепопечитель. У меня не было еще случая работать с людьми, чтобы кто-то, придя, особенно если это разборки между мужем и женой, и чтобы муж сказал, я виновен во всем, она невиновна. Или жена сказала, я во всем виновен, всю эту кашу я заварила, очень сожалею, простите меня. Такого не было еще. Ну, поверьте, не было у меня такого случая. Может быть, здесь в Южном был, и я забыл. Я многие вещи забываю. Поднимите руки, может быть, был такой случай. Как? А Олег Николаевич пусть скажет. Вы, был такой случай? А, не я, жена, которую ты мне дал. Ясно. Друзья мои, я не знаю, насколько окажется в конечном итоге полезным эта беседа, но я хочу раскрыть все-таки законы духовного мира. И чтобы мы увидели, что в сущности Бог делает с нами, ввергая нас именно вот в этот статус виновного. Допуская, как допустил с Иосифом, как допустил это с этой женщиной. Следующий случай очень интересный тоже с Авигеей. Вы помните, что если бы Авигея не взяла вину на себе и не сказала «я виновна, раба», она с этим фактически склонила, предрасположила ожесточенное уже сердце, воинственная, настроенная, чтобы все уничтожить. И, конечно, она бы тоже попала под меч и не разобрались бы даже. Кто есть кто, что и что. Она взяла в первую очередь вину на себе. И когда она взяла вину на себе, тогда уже Давид именно был впечатлен в первую очередь этим подвигом. Не, извините, мешки и не торбы эти, потому что, ну, поймите, он бы забрал куда намного больше. Ну, понимаете, после истребления он бы все забрал. Не 2-3 мешка, а она его не купила мешками. Вы понимаете?
подарками. Она его впечатлила именно тем, что она взяла вину на себе. Уникальнейший случай. Братья и сестры, у нас было когда-либо в жизни нечто подобное? И вот здесь я просто хочу вас вдохновить. Попробуйте. Я могу только скромно сказать, что кое-когда было, случалось, но не совсем у меня получалось. Я далеко, подчеркиваю еще раз, не безгласный агнец. Теперь хочу подвести уже, или, может быть, давайте споем, и потом я хотел бы подытожить специально вот эту часть на Христе. Я не могу не раскрыть именно глубину нашего спасения и величайший подвиг нашего Господа Иисуса Христа именно и в этой области, которую Он совершил, Он осуществил. Поэтому, с вашего позволения, я хочу, чтобы уже после того, как послушаем прекрасное пение, мы продолжили наше размышление. И дальше, имея правильный, то, о чем я пытаюсь, образец в отношении или чувства вины, или статуса вины, то есть положения вины, чтобы мы тут уже сориентировались, где от Бога, где мое, а где дьяволом навеянное. Вот крайний результат, который бы я хотел, чтобы мы сегодня уже в виде дискуссии разобрались, и чтобы красиво мы прошли по этой жизненной именно дороге и оставаться на своем месте верными, и чтобы Господь прославился через нас. Пожалуйста. Но пока мы здесь на земле, и на земле нас встречает совершенно по-другому. Прочитаем местное Священное Писание, Евангелие от Марка, 15 глава, 26 стих. Если можно его высветить, будет неплохо. Пожалуйста. Евангелие от Марка, 15 глава, 26 стих. И была надпись вины его. Царь иудейский. Вы обращали внимание, останавливались на этом? И была надпись вины его. Сделали его виновным. Виновен. Все болгарский у меня. За тази надпись. За эту надпись можно так? Как? Не-не-не-не. Попытаюсь по-другому. Фактически, эта надпись короткая, она содержит в себе столько, я бы сказал, информации реальной, что нужно, и попытаемся сейчас с вами мы ее расшифровать. Ведь это надпись не просто человека, это надпись не просто людей, это не просто какого-то вдохновителя, какого-то писателя, поэта, какого-то, ну, скажем, юриста, и взял и, скажем, подвел статью. Вот статья такая-то, по этой статье он висит. Здесь не случайно. И была надпись, заметьте, вины его. Это статья. Статья, которую ему, как любят говорят, в мире пришили. Давайте посмотрим, что стоит за всем этим. Фактически, что стоит за всем этим? Еще в Гефсимании началась сильнейшая духовная брань. Душевные страдания Христа были настолько сильны, что мы не раз читали, говорили, проповедовали о том, что и пот был его, как капли крови. Не было поблизости людей, не было поблизости никого, который бы создал ему вот эту стрессовую ситуацию, то есть вот этот натиск. Однако в этом борении духовном Христос испытывал такой натиск, что в этом противостоянии души своей мы видим, что и тело не выдержало, не выдержали капилляры.
Что мы видим реально во всем этом? Сильнейшее обвинение со стороны демонического мира. Там была сильнейшая концентрация демонов. Сам сатана стоял там. И первое, что он делал, обвинял его. Я допускаю себе такую несвободную интерпретацию, но на основании Священного Писания, Старого, Нового Завета, Псалмов, здесь просто сокращаю и уже тезисно обобщая, делюсь моими мыслями. Первое, в чем он его обвинял его в том, что зачем тебе нужно было сотворить этих людишек, этих человечков, которые буквально, ты знаешь, что буквально сейчас осталось еще немного, они предадут тебе, тебя. Зачем ты их сотворил? Дальше. Зачем ты сейчас берешь вину на себя? Их вину, ведь они должны быть наказаны. Они фактически должны быть наказаны, потому что Павел говорит, что когда пришла полнота времени, это полнота особого беззакония, особого нечестия, особой безнравственности. Тогда вместо наказания, как был наказан первый мир за преступление, должен быть наказан этот мир. Однако Бог послал Сына Своего. Вместо наказания мир, то есть мы с вами, получили прощение. Почему? Потому что пришел тот, который взял вину на себе. Именно вину нашу ему было нелегко и непросто стать виновным. Не просто испытать или переживать чувство вины за какой-то проступок, о чем мы чуть дальше будем говорить, за какой-то пробел. Нет. Но стать сразу, без чувства вины, стать виновным и пострадать как виновный. Эта борьба, если бы я даже пытался ее описывать словами, она с моей стороны будет просто-напросто только попытка, как говорит Державин, только попытка, как мысль дерзает что-то описать, раскрыть именно Бога, то она тут же исчезает. Вот такое, такая у меня тоже попытка. Я только, я бы сказал, показываю. Я не могу войти в полноте, я только показываю, что там что-то есть. Там происходило что-то невероятное. Но 100% я уверен, что вот это невероятное, это невероятное обвинение со стороны дьявола. Именно Христа. Христос висит на кресте. Дьявол использует и их уста. Если ты Сын Божий, то сойди со креста. Если ты Сын Божий, сойди, и мы уверуем. Постоянное обвинение, обвинение, обвинение. Естественно, мы очень легко сейчас переведем свой взор и свое понимание, мнение, даже отношение к этим людям, какие они неразумные, какие вообще ужасные, как это может быть такое. И естественно, что не без того, ни в коем случае, что дьявол дополнительно обвинял Христа и говорил, ну вот тебе вот эти людишки, вот видишь того, вот того, который ты исцелил его, от слепоты. Вот он смотрит на тебя сейчас, как на зрелище. И тебе нужно было это делать. А вон того, который вообще ходить не мог. Оно надо было тебе исцелять его, чтобы он сейчас стоял. Я более чем уверен, что именно он все это указывал на все добро, которое Христос совершал и совершил. Он постоянно его обвинял. Зачем тебе нужно было делать? Вот чем они тебе платят. Зачем ты родил его? Знакомы родители? Зачем ты родила его такого сына? Зачем ты родила такую дочь? Я думаю, что мало кто не искушался этими мыслями, и кого дьявол не искушал. Я не буду вас просить поднимать руки. Но теперь давайте задумаемся. Причастны ли мы?
Были ли мы когда-либо на стороне, опять говорю, на этой стороне, к этой категории, которая обвиняет Бога, в миру продолжает обвинять Бога? Дьявол использует их успешно. Во всем и все, что происходит, и что происходит в Украине, что происходит в Донбассе или на Донбассе, вот, все буквально во всем винят Бога. Вы знаете, недавно буквально я прозрел и поймал себя очередной раз на одном, что я обвинял Бога даже тогда, когда я ему говорил: если ты есть, то спаси меня. Вы понимаете, я его обвинял в том, что фактически его нету. Но если ты есть, то вот здесь тогда покажи себя, что фактически ты невиновен, что ты прячешься от меня. Вот. Ну и вот и яви меня и себя мне. И когда я вспоминаю, и иногда я учил даже других неверующих, говорил: ну ты возьми, встань на колени и скажи: Господи, если ты есть, то, пожалуйста, откройся мне или сделай то и другое. Я повторяю слова этих обвинителей, которые стояли перед ним, там, на Голгофе, и говорили: если ты Сын Божий, сколько было произнесено, сколько раз это слово «если»? И откуда оно впервые? Мы обычно его слышим. Если ты Сын Божий, то что? Сделай эти камни хлебами. Если ты Сын Божий, то сброся. Вот это слово «если» несет в себе обвинение, что ты на самом деле не то, что ты есть. Но вот если ты есть, то если ты есть, то вот ты докажи себя, что ты на самом деле такой. Это слово несет в себе обвинение. Если ты, Артем, такой прав, то вот сделай то и то, и ты скажи вот это, тогда я уже признаю, что ты прав. Примерно мы так говорим, да? Так я говорю жене: если ты права, так я говорю сыну: если действительно ты прав, то мы даже не задумываемся, как употребляем часто это слово, и становимся обвинителями, и обвиняем других, и бросаем в их адрес вину, что все, что они нам говорят, они говорят неправду, или частично правду, что все то, что они делают, фактически это они не делают, они делают вид, что они делают из-за добра. Мы постоянно обвиняем их. Я в ужас пришел, на что я способен. И когда мы говорим о том, что действительно мы причастны к Христовым страданиям, друзья мои, иногда, может быть, некоторым не совсем это хочется поверить, да где же тут расстояние, 2000 лет тому назад, и вообще я тут в 21 веке, да не, я не был сопричастен. Друзья мои, сопричастен. Мои уста обвиняют меня. Мой язык обвиняет меня. И обвинял, особым образом говорю, обвиняет тем, что я всегда говорил: если, Господи, тебе угодно, если ты есть. Это фактически, оказывается, вот это «если», оно из бездны. Как говорит Яков, что действительно язык откуда заражаем, воспаляем, откуда? Самогеновидой. Вот это да! Вот теперь я поймался. Но что мне делать? Это уже другой вопрос, о чем мы будем говорить чуть позже. Так вот, Иисус Христос был обвиняем во всех грехах, включительно в том, что Он делал Себя Богом и Сыном Божиим. Но народ и сатана не останавливался, говорит, что если действительно ты такой, то сделай то и то, и только тогда ты оправдаешь себя. Скажи, пожалуйста, сколько раз бросали нам вызов, когда нас обвиняли и когда нас заставляли, чтобы мы что-то сделали, чтобы все-таки убедить их, что мы не жиравы. И мы это пытались сделать. Но что самое интересное, никогда не успевали. Мы ловились на это. Я ловился не раз на это. А о Христе сказано, что Он был поражаем, наказуем. И мы думали, что? Что Он был Отцом.
А на самом деле он был, что? Изъязвлен за грехи наши, за беззаконие наши. И как агнец был введен он на заклание, безгласен был. Вот этот элемент, который я бы хотел сегодня с вами усвоить еще раз, в отношении безгласен был. Он был безгласен во все периоды, когда его обвиняли, во всем. Даже тогда, когда сам Пилат говорит: «Ты царь иудейский?» Он говорит: «Ты сказал». Он не стал доказываться. Интересно. То есть он его подвергает сомнению, что ты царь иудейский. А он не стал: «Да, я! Поверьте, это я». Он говорит: «Ты сказал». Друзья мои, оказывается, что никогда не сработает формула, которую мы часто прибегаем, чтобы убедить других, насколько мы правы, насколько мы чисты, насколько мы святы, насколько мы непорочны, насколько мы честны и все прочее, если мы пойдем на уловку доказывать людям, которые нам ставят условия, что нужно сделать, чтобы доказать свою невинность. Вы понимаете теперь, что мне хочется открыть здесь? Никогда еще ни один не оправдался. Иосиф оказался мудрым. Он это предвидел, он это понял, что он не оправдается. Более того, будучи рабом, он не имел права на голос. Он был вещью, а не личностью. Это нужно учесть. Мало того, теперь мы должны осознать и понять, что фактически, мы никогда, говорит апостол Павел, никакая плоть не оправдается перед Богом делами закона. Никакая плоть. Начиная с того, что фактически, будучи мы виновными, через все, что прожил и перешел Христос, через все то, что мы говорили как иллюстрацию в отношении этих людей, которые прошли через этот статус быть и стать виновным, и взять вину на себе для того, чтобы спасти других. И еще раз мы убеждаемся, что ни один из нас не оправдался бы. И сейчас ни один из нас не сможет оправдаться в случае тогда, когда нас обвиняют несправедливо. Поэтому не пытайтесь. Я это себе рекомендую вам. Насколько я справлюсь, не знаю. Надеюсь, вы лучше справитесь. Но в моих попытках, лично в моей жизни, когда я пытался оправдаться, когда Бог допускал для того, чтобы я именно взял вину чью-то или быть обвиняем за что-то, в моих попытках я всегда терпел провал. И всегда выигрывал только тогда, когда я становился безгласным и предавал это суду Божьему. И тогда действительно исполняется то. Да, пожалуйста. Да. Угу. Это совершенно разные вещи. Может, чуть попозже. Дай доведу мысль в отношении тех духовных процессов. Я говорю с вами как с духовными, зрелыми, проходящими определенный путь, этапы, поприще. Каждый из нас проходит сейчас поприще, более чем уверен. Муж, будучи обвиняем женой неверующей, или плотская жена, и винит его во всех грехах, что он не зарабатывает, не умеет, не знает, и вообще куда-то его там киснет, там в бочку вечно с кислой капустой сравнивает. Вот. А муж обратно винит жену, дети, родители детей. Скажите, в чем доме нет этого процесса? Поднимите руки, кто свободен от этого? А теперь понимаете, почему я этот вопрос поднимаю? Это наша жизнь. Это наше повседневие. И теперь нам нужно просто-напросто прозреть и сказать, какую, Господи, позицию Ты хочешь, чтобы я занял сегодня и сейчас? Как мне прославить Тебя? Как мне все-таки выиграть вот эту победу? Или в этой борьбе, как мне выиграть? И вот это путь. Это путь Иосифа, это путь Христа,
Это путь той женщины. И поэтому, пожалуйста, все те, которые особенно не имеют, имеете неверующих жен, не имеете еще неверующих детей, первое, что рекомендую, перестаньте их обвинять. Перестаньте их подвергать сомнению. Второе, что я прошу, перестаньте оправдываться перед ними. Перестаньте доказывать свою чистоту, свою праведность, свою святость, свое совершенство, свою духовность. И что вы в правильной церкви, на правильном месте, на правильном служении, что у вас все правильно. Перестаньте это делать. Потому что чем больше вы это будете делать, тем больше они будут подвергать вас не только сомнению, но и обвинять. Христос победил на кресте только тем, что Он взял всю вину на себе. Позволю себе еще чуть-чуть немножко раскрыть вот этот диалог, потому что мало кому, может быть, удостоилось, я думаю, что очень мало даже те, которые удостоились, чтобы слышать непосредственно голос сатаны лично и его обвинение. Но поднимите руки, кто слышал голос дьявола реально? Реально в свой адрес. Простите, я один из тех. Реально слышал, и то не раз, и долго. Реально, да, реально. Во время освобождения от одержимости, от нечистых духов, духи обвиняли. Мне это обвинение знакомо. Вот на основании чего я делюсь с вами и говорю, это что-то страшное, это что-то ужасное. Трудно это все передать. И вот здесь почему я поднимаю это, потому что он непосредственно атаковал Христа на кресте. Я хочу, чтобы раскрыть все-таки подвиг Христа, чтобы мы могли еще раз увидеть истинно, от чего Христос нас освободил и какая цена свободы от реальной вины, потому что мы реально были виновны пред Богом. Вот это я хочу просто довести и закончим. Дьявол не переставал обвинять Христа в том, что, еще раз говорю, что, во-первых, ты сотворил по своему образу, своему подобию. Вот это творение, которое ты потом еще добро ему делал, вот эти сколько лет служил. А вот они тебя распинают, они тебя подвергают, они сомневаются. Вот слышишь, что они говорят? Если ты Божий Сын, вот они тебе верили, тогда, когда кормил, поил, вот они такие потребители. А вот ты перестал, вот ты оказался немощным, а вот они все усомнились, а смотри, ученики все разбежались. Вот теперь ты виновен, что ты сейчас висишь на кресте. Но это еще не все. Ты виновен и за то, что ты решил выпить эту чашу до конца. Ты будешь страдать в аду, ты будешь находиться там, ты туда идешь. Но оттуда ты не уйдешь и не выйдешь. И твои страдания там, за твои страдания, ты виновен. В твоих страданиях там ты виновен. Я оттуда тебя не отпущу. Зачем тебе нужно было это делать? Вы меня слышите? Зачем тебе нужно было это все делать? Знаете, почему это я даю интерпретацию? Потому что я слышал его. Вот мне он не раз это говорил. Зачем тебе нужно было этим заниматься? И после этого даже тоже, опять-таки, даже со стороны братьев, и надо было тебе столько времени идти заниматься этим. Я опешил, когда услышал. Но это факты. Ради одной женщины. Зачем тебе это нужно было? Потом ради одного там мужчины, ради того. Зачем такая трата? Зачем? Илья, я хочу сказать, что мы не представляем себе до конца, что испытал Христос. Даже, как я вчера говорил, что уже и подвергают сомнению, что, ну, скажем, что действительно был он в аду или не был в аду. Ну, ладно, богословы, проповедники, ну, пусть имеют право на существование и такое мнение. Это страшно. Это одинаково, чтобы, я говорю, стал я перед крестом и сказал, если ты Сын Божий, то сойди, я уверую в тебя, что действительно ты Сын Божий. Может быть, я не умею так умело, правильно преподнести это, не способен, но во всем этом, если проникнуться, я говорю, это невозможно не сокрушиться, и чтобы не произошло вот такое внутреннее потрясение от этого ужаса, на что способен человек и что пережил Христос.
Он пережил страшное душевное терзание, страдание по причине того, что он взял вину нашу на себя и был обвинен еще духовным миром, и то долго, за то, что он взял вину, он виновен в этом. Вы меня слышите, да? Ты виноват, потому что ты взял вину, а теперь страдай. Вот просто и ясно хочу сказать. Не надо было тебе это делать. Это нелегко и непросто. А теперь послушайте. Кто-то из вас, наверное, удостоился слышать свой адрес. Ты виновата, что меня родила. Я думаю, что немало рук подымется, которые слышали это. Ты виновата. Мать, которая отдала свою жизнь за жизнь, рискуя жизнью, дала жизнь ребенку, и через 20 лет, или, может быть, даже чуть раньше, этот сыночек или эта дочь в пороках и в грехах говорит: ты виновата во всем, что происходит, от того, что я весь в пороках, что я зависимый, что я алкоголик, что я блудник, что я такой-такой. Ты виновата. Не надо было тебе меня рожать. Как себя чувствуете, друзья мои, в таких ситуациях? Некоторые же машут головами. Явно слышали в свой адрес. Я себе представляю. Я только представляю. Я благодарю Бога, что такого я не слышал и, надеюсь, никогда не услышу. Вы только задумайтесь. Принять вину за вину другого. Мало того, еще вешают еще больше. Так вот, наш Христос был виновен за то, что Он нас сотворил по своему образу и подобию. Наш Христос был виновен за то, что мы согрешили. Вы понимаете? Наш Христос был виновен за все и во всем. Он во всем был виноват. И при всем том, что он был виновен во всем, в прошлом, в настоящем, и продолжает его обвинять, при всем этом, он продолжает быть безгласным, как Агнец Божий, и уже на небесах мы видим его там, как Агнца, безгласного, не обвиняющего и не осуждающего тех, которые обвиняют его и которые ему говорят: ты виноват, что ты меня сотворил таким. Ты его обвинял когда-нибудь? Да или нет? Обвинял. Нет? Обвинял. Спасибо. Может быть, для этого ты и пришел. Ты можешь встать перед всеми. Я знаю, что ты искренне рожденный свыше христианин. Встань, чтобы не тебя видели, и чтобы не видели, кого я показал. Встань, пожалуйста. Это будет очень полезно. Помоги им. Знакомый брат? Вы все его любите, слава Богу. Но он тоже грешник, и он тоже виновен. Я думаю, что были бы мы на его месте, мы бы преуспели. И знаете почему? Потому что особенно если, когда человек имел все, имел благополучие, благоденствие, будучи здоровым и вдруг оказавшись в таком состоянии, вот тогда уже, я не знаю, сколько ты обвинял Бога, но те, которые становятся в твоем положении, о, как они сыплют с утра до вечера. Ты виноват в моем этом состоянии. Итак, милые друзья, я думаю, что Павел, когда сказал, что помыслите о потерпевшем над собой такое поругание от грешников, мы попытались именно это увидеть, это раскрыть, это через эти процессы, чтобы действительно осознать, что досталось и как мы достались Христу. Именно вот это прощение и это освобождение от вины реальное. Хочу обязательно дать один пример, последний из жизни, совместной жизни Светланы. Последние часы. И предварительно, конечно, я тоже всегда искал действительно пути, что мне нужно и что я должен предпринять, чтобы облегчить ее состояние или разрешить ее проблему. И осознавая, понимая, что я останусь сам,
Это очень полезно вам услышать. Вот это состояние одиночества, еще раз говорю, я не буду его расписывать, чтобы не впадать в некоторые, чтобы не приняли сентиментальность. Но я очень четко понимал, что завтра, послезавтра дьявол начнет меня атаковать. И знаете чем? Навязчивыми мыслями о вине. Ты виновен в ее смерти. Ты виновен в ее болезни. Ты виновен, что ты не предпринял все для того, чтобы ее вылечить. Ты виновен, потому что он уже начинал сериаду свою, уже начинал. И тогда и набрался смелости и сказал: Светлана, я прошу тебя, давай мы сейчас с тобой сядем еще раз. Скажи мне, пожалуйста, что я не сделал в нашей жизни? Что я не исполнил как муж? Что я не исполнил как отец? Что я не сделал при такой ситуации, в которой ты находишься, в этой болезни? Скажи, я сейчас готов при жизни все изменить, все сделать сейчас, потому что ты понимаешь, что уйдя отсюда, из этой земли, я останусь и больше ответа не получу. Я хочу быть свободным по отношению к тебе. Я хочу быть свободным по отношению к Богу. Я хочу быть свободным по отношению к детям и по отношению к внукам. Чтобы был такой человек, о котором не будут просто умалчивать. Ну, как обычно, да. Там, раз умалчиваю как-то так, точка, точка, запятая и многоточие, все ясно, да? Я говорю, я хочу быть свободным. Я хочу быть свободным, чтобы говорить сейчас перед вами свободно. Чтобы не испытывал чувство вины и не видел себя виновным. Потому что если бы только я не исполнил этого, я бы сейчас не имел никакого дерзновения говорить перед вами. Сатана тут же закрыл мне рот. Простите, смело говорю так. Я бы не имел дерзновения проповедовать, говорить, свидетельствовать. Потому что если бы только одно было малое, неразрешенное, не сделанное с моей стороны, он бы к этому навешал столько, что знаете, как обычно делают? Поймали за одно дело, а навешивают ему сколько? Все нераскрытые дела на него повесили и пошел. Это знакомо в мире. Те, которые имели возможность столкнуться с правосудием, гражданским, не имея значения, Украина или где. Вот эти следователи только им надо. Нераскрытое преступление, поймали одного. Ага, и то точно есть за что. И ему там навешали уже все остальное. А, за все согласился, уже все. Горит хата, не хай, горит и забор. Да? Друзья мои, вы понимаете, в каком мы мире живем? И теперь я заканчиваю. И у меня вопрос. Все ли мы свободны? Первое. Свободны ли мы реально от не просто чувства вины, от состояния вины? Если мы сейчас мы являемся виновными, и конкретно Дух Святой обличает нас конкретно в одном, во втором, в третьем, четвертом, друзья мои, я вам советую, освободитесь, чем быстрее, тем лучше. И знаете почему? Потому что дьявол поймает вас еще на одном. И на этом одном, он это дело все вскроет. И потом навешает все остальное. Больше, чем даже в чем вы виновны. Вы меня слышите? Загремите и так прославитесь в кавычках, что мало не покажется. Вы меня хорошо слышите? Тут уже не призыв просто «давайте, покайтесь». Это призыв к пробуждению сознания, чтобы вы знали, с кем вы имеете дело и кто ваш враг. Это тот, который одно дело, второе дело прикрывает, одно, третье, до тех пор, пока месть не поймает на том, что впоследствии вам нельзя будет как-то оправдаться ни перед кем. И потом он навешает все. Оттуда учатся ребята в погонах. От него. Вы слышите? Они от него научились. И вот здесь, именно в образе Иосифа, мы видим его,
Он сценарист, вы понимаете, теперь куда мы подводим все. Он сценарист, он навешал успешно на Иосифа. Но слава Богу, это что Бог допустил, чтобы взять вину спасать. Но если за наши грехи, за наши беззакония, то без покаяния, без очищения крови Христа нет освобождения. Не только освобождения не будет, но еще будет еще больше обвинения, от которого мы так просто не освободимся. Вот эта категория людей, виновных реально за грехи, за преступления, которые конкретно Бог говорит, Дух Святой обличает, но они не принимают меры. Ждите. Ждите следующего сценария, от которого вы так просто не отвяжетесь, не оправдаетесь и не, как говорят, не отмоетесь. Другая категория людей. Это те, которые испытывают на себе чувство, не чувство вины, а вину, которое действительно Бог допускает, как мы говорили, брать на себе эту вину, как написано в послании Римлянам, 15 глава, что вы сильно несите немощных слабых. И об этом говорится еще то, что, давайте мы прочитаем, что Христос, Он взял поношение на себе. Давайте 15 главу послания к Римлянам прочитаем. И на этом мы специально с этой категорией закончим, потому что мы ей уделили много времени. А у нас есть еще другая, которая обязательно нужно ее рассмотреть, где дьявол именно в этом, в этой мутной воде, где мы не разобравшись, он пытается действительно нас просто истязать. 15 глава, 1 стих. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». Пали на меня. Христос добровольно принял именно злословие, как вину, именно на себе. Третья категория. Так вот, вот эта категория, которая берет осознанно, осмысленно, обычно они не испытывают чувство вины. Послушайте разницу. Праведник, праведный, которого обвиняют, он не испытывает чувство вины. И у него внутри, в душе совершенный мир. Как написано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Бог дает совершенный мир. Он просто несет это бремя на себе, которое Бог возложил на него. Он несет до определенного времени, у него есть четкое ясное сознание, что этому придет конец. И действительно, Бог спасет тех или других, которые несправедливо постоянно обвиняют, укоряют, осуждают и прочее. Он несет. Внутренний мир его совершен. И сам Христос подкрепляет и укрепляет его в этом ношении этого бремени. Слышите меня? Это ты и я, может быть, сегодняшний день, который должен успокоиться и не пытаться оправдываться. Просто сиди спокойно. Книга пророка Исаия говорит, ваша сила, сидеть спокойно. Сидите спокойно, не прыгайте, не прыгайте. Главное, если нет чувства вины, что же вы тогда? А, вас голоса обвиняют. Ну, пусть и обвиняют. Но если нет чувства вины, сидите спокойно, радуйтесь. Разобрались? Нет. Пожалуйста, вопросы. Хорошо. Да. Да. Совершенно правильно. Да, но тут много мест из Священного Писания. Я не стал все это грузить, потому что, я говорю, это неделю разбирать. Я просто основной принцип пытаюсь раскрыть, основные законы духовного мира, которые просто Бог хочет этому нас научить и успокоить нас. И просто-напросто благодарить Его за то, что у нас открыты глаза, что в сущности происходит с нами.
Следующее. И мало того, Иоанн говорит, что если что, сердце наше не осуждает нас, то и Бог не осуждает нас. Но если осуждает, то тем более Бог. Тут я говорю, очень много стихов можно было бы разобрать на домашних группах. Вы еще или во время разбора этот вопрос еще можете приподнять. Другая категория людей – это людей ранимые, ранимой совестью. Люди с особо утонченной душою, особо чувствительные. Знаете, как у каждого есть определенные слабости, немощи, также есть и немощная совесть. И вот здесь враг душ человеческих пытается разыграть такой сценарий, чтобы навешать человека вину не просто за других, а вину, в котором он действительно не виноват, и он начинает влиять особенно в области вот этой эмпиричной, то есть чувства и эмоций. Он начинает так подкатывать и так близко создает такие ситуации, что человек пытается вроде бороться, пытается вроде как-то противопоставить и противостоять, но он не может и не успевает, потому что навязчивая мысль – это дело очень серьезное. Есть даже такой диагноз, мне приходится работать с некоторыми такими людьми, ННС, невроз навязчивого состояния. Я знаю их силу, и просто настолько они уничтожают человека, что делают его недееспособным. Не буду сильно этим увлекаться, но я хотел бы попросить вас, как христиан, пожалуйста, пересмотрите свою жизнь. Не поймались ли вы на крючок сатане, который вас обвиняет в вещах, в которых вы невиновны? И реально вы не несете вину за других, то есть фактически вы невиновны, и Бог не возложил на вас это вину, потому что с их стороны нет конкретного послания. Вы меня слышите? Нет конкретного послания. То есть вероучение конкретно не говорит, что ты виновен в том, в том, в том. Или ты поступил не так, не так, не так. Нет этого послания. Но почему-то я мучаюсь и страдаю, что где-то, когда-то что-то не так, не так. Я на нее посмотрел, не так я сказал. В чем-то я соблазнил, она у нас была в Болгарии. А я не преподнес чашку кофе, я не обратил внимания, или больше мало времени. Ну, я могу себе накрутить. У каждого свое больное такое воображение, что ой-ой-ой. Я буду испытывать чувство вины по отношению. Заметьте, что я говорю. Чувство вины по отношению к ней. Она об этом даже не знает. Она в этом отношении спокойна. Но а я не могу освободиться. И вот здесь очень многие христиане попадают именно в эту категорию. В эту колею. И если сатана однажды ему удастся вас уклонить от свободы во Христе Иисусе, потому что написано конкретно и ясно, если Сын освободил вас, то вы истинно свободны будете. Если что-то не так сказал, да подойди и скажи, Вера Евгеньевна, извините, я такую опрюху сделал, простите. А улыбнулась, да нет, ничего не было. Ну все, разошлись, по рукам разбежались. Все. Больше уже это чувство вины не может меня истязать. Но если этот вопрос я его не разрешил, запомните, к одному чувству вины дьявол вам навешает 10. И если вы поддались только в одном, он навешает вам сотни. И если вы их вовремя не разрешите, он вас дестабилизирует. В конечном итоге он скомпрометирует, потому что вы уже не просто чувствительны на эту тему, но вы уже поддались, вы уже вошли в этот статус виновного. Но не Богом допущенного, а сами себя загнали. И тогда уже, конечно, он буквальным образом вас выведет даже из церкви. Пожалуйста, теперь на эти вопросы, так как завтра у нас не будет, хочу еще немножко вас задержать. Простите, что затянул, не успел. Вот такой я, неспособный. Короче и более удачно преподавать и раскрывать истины. Сожалею очень. Вот. Скоро, может быть, больше не увидимся. Не знаю.
А теперь, пожалуйста, вопросы, ответы специально на эту тему. Если хотите, если вы спешите, то тогда мы заканчиваем. Я буду считать, что вы все поняли. И сегодня я буду очень рад, чтобы эта беседа разрезала какую-то ослицу или кого-то осленка, привязана к сатане. Вы меня слышите? Слова Христа. Если какой-то осел упадет в яму, то даже в субботу не пойдете и что? Не вытащите ли его. Цель этой беседы – кого-то вытащить из ямы. Ямы – чувство обвинения. Да, Оксана, пожалуйста. Да, это обязательно. Первый вопрос. Вы хотите провести еще вопросы, ответы или нет? Поднимите руки, кто за? Спасибо. Все, беседу. Идем в диалог. Оксана, пожалуйста. Без микрофона не пойдет. Идет запись. И тут прямая трансляция. Оксана, можешь сюда подойти, да, этот микрофон, пожалуйста. Работает? Иваныч, под чувство вины может подстраиваться страх и потом диагностироваться как панические атаки? Еще раз задать вопрос, фонит. Под чувство вины. Плод или? Под. А, под чувство вины? Чувство вины. Да. Может подстраиваться страх. И потом диагностироваться у больных неврозом, как панические атаки. Там такой сюрприз и там такой букет, что это только часть. Это только часть того, что ты назвала. Не может, а это факт. Это только часть того, что ты назвала, куда человек лезет, попадает и чем заканчивается. Это страх, тревога, беспокойство, это и паника, и все остальное. То есть очень много психических расстройств. И по этой причине я и прошу вовремя просто остановиться. И я хочу вам сказать, вот если буду использовать здесь язык психологии в отношении терапии, это хотя и лечение. Высшая терапия, самая лучшая, самая эффективная, это тогда, когда мы используем веру и Слово Божие. И воспользоваться нужно сегодня и сейчас, освободиться от чувства вины. И то Христом, верой в Христа. Почему я раскрывал так много и пытался говорить именно о том, что взял Христос на себе? Это цель моя была, что все то, что вы сейчас испытываете, в чем дьявол вас обвиняет, слышите меня? Это Христос уже взял на себе. Он уже взял на себе, Он вакуумировал. И вас уже освободил. И сатана не должен травмировать вас всякими этими штучками, обвинениями, которые не имеют никаких оснований. Павел по этой причине говорит, что кто обвиняет избранных Божиих, если что? Если Бог оправдывает их. Вот это должно сработать в нас. И через это наступает полная совершенная свобода. Пожалуйста. Почему вот этот механизм у определенных людей не работает? Когда Слово Божие говорит о том, что дьявол не может обвинять. Иисус Христос взял свою вину. То есть есть конкретное Слово Божие, есть конкретное обетование, по какой причине люди не могут справиться, хотя сознанием понимают, но вот оно где-то далеко для них. Почему? По какой причине у людей? Где этот механизм поломанный? Что не так? Может быть, что-то не так делают? Может быть, с чем связан этот момент? Значит, если говорить, исходить чисто уже не просто доктринально, а прямо подходить к конкретике, то причина в том, что усомнились в совершенство Божьего прощения. Когда Христос сказал о делах, то есть что не так делают, вот задал вопрос, что не так делают. Христос, когда спросили Его, что нам нужно делать, чтобы наследовать Царство Божие, да, Он сказал, веровать того, которого послал Отец. Почему я такой акцент поставил именно на всепрощающую, действительно прощающую Божью любовь и освобождающую вину? То есть Бог сделал все необходимое, чтобы полностью снять с нас вину. И всю вину Он сбросил на Него. И раскрыл, как дьявол это делал. Цель какова? Для того, чтобы у нас открылись глаза, увидели, что все, дьявол, ты не можешь меня обвинять.
Так как ты обвинял Христа и обвинил Его, как взвалил всю вину на Него, теперь уже все закончилось. Я верю в то, что всю вину... Почему я вам говорил, что и была надпись вины Его, царь иудейский, это мой царь. Царь, который освободил меня. Царь, имеющий власть освободить меня от чувства вины. И поэтому вера, только вера, что Он освободил меня от всякой вины, освобождает меня полностью. А если я где-то начинаю сомневаться, тут же и начинает прокрадываться вот это чувство вины. Сомнение в именно свободу Христа, которую Он дает. Да, сестра, да. У сестры есть вопрос. Или это под вопрос? К этому, да, под вопросу. Да. Смотрите, освобождение, оно дает осознание, или плюс еще оно дает осознание чувству свободы. На каком этапе человек понимает только, что Христос взял эту вину на себя, но чувство внутреннего какого-то томления, вот еще каких-то моментов, они еще работают. Это какой-то период или это в комплексе оно вот щелкнуло, сработало или все? Второе является следствием. Следствием по причине неполного прозрения, осознания тех божественных истин, которые раскрываются в Священном Писании. Почему я привел пример, вот, например, с собой, последний пример? Почему я так действовал? Я здесь фактически употреблял слово. Я дал место слову. Это не моя стратегия, это не страх перед будущим, понимаете? Но это слово. Слово. И слово говорит так, если кто-то что-то имеет на кого-то или чувствует, что что-то имеет, то что? Иди и разреши. И, допустим, чтобы меня не гоняло вот это чувство, что я имею что-то или она имеет что-то, мы сели и поговорили. Она говорит, ты совершенно свободен, ты сделал больше, чем мог ты сделать. Я свободен. Я поверил. Вы понимаете? Хотя сатана пытается сейчас. Ну, а может быть, все-таки надо было вот то, закрутить маховик, вот, собрать денег. К вам телеграмму, я надеюсь, никто не зачитывал, давайте соберем деньги на лечение Светланы. И никто не зачитал ни в одной церкви, нигде. Потому что мы молились, я просил знания на каждый день, я с братьем об этом делился. Каждый день просил знания. Я страшно боялся, чтобы не наломать дров, чтобы впоследствии, даже когда она уйдет, чтобы мне не знать, как расхлебываться. А сколько тех, которые как закрутят, естественно, ну кто не скинется, это же надо, ну надо, да? И там тысячи. И все это дело вщух и впролет. Я сочувствую этим людям, которые после этого остаются и задаются вопросом, а как смотреть в глаза этим людям? И потому с Божьей помощью я выпрашивал и этот вопрос. Господи, дай ясноту. Извини, что я вставляю специально и это дело. Что я не закрутил маховик. А у меня есть возможности такие. Германия, Америка, Украина, спасайте, помогите. Вы такого не зачитывали. Олег Николаевич, вы не делали такого? Спасибо. Я об этом не просил. Вы понимаете, как нужно опережать события, выяснять все вовремя и все ставить на свое место по Писанию. Пожалуйста, Костя. Иван Иванович, я хотела спросить по поводу чувства вины. Ну, здесь немножко еще связано с паническими атаками. У меня несколько человек, с которыми я общаюсь. И общаясь с ними, выясняется, что у них есть непрощение. Непрощение может быть вот таким вот... очень сильным фактором. Они не простили. Один из факторов, сестра, опережаю. Один из сильных факторов непрощения, именно сильных факторов, которые именно и порождает вот это чувство вины. Именно они не простили. Вот это вот может быть. Совершенно тоже, да? Так, вот это к великому сожалению. Просто не работает то слово, о котором мы читали в этого Иосифа, слово испытало его. Слово, то есть слово, оно не проработало до конца. А слово Божие, оно меч обоюдоострый, оно должно рассечь
реально жертву пополам, чтобы произвести разделение между душевным и духовным, между духом и душой. Да, пожалуйста, вопрос. Иван Иванович, я хотела спросить, вот я буквально недавно столкнулась с такой вещью. Ну, написано, да, если имеешь что-то, пойди, поговори, выясните все. И ты человеку конкретно называешь грех, ты говоришь, что ты в этом виноват. Нет, человек абсолютно не принимает. Ну, это как понять, это духовность такая или вот, наоборот еще это ты такая цакая, у тебя такой характер, я ничего не буду принимать. Как это объяснить? Я не могу понять. Но вы стараетесь объяснить свое состояние или ее состояние? Или его состояние? Просто с этим человеком не получается отношения. А никаких. Больше не надо подходить с таким вопросом и с таким, скажем, предложением. Это бесполезно. Вот просто не принимаю. Значит, смотрите. Мы говорим сейчас, в первую очередь, применяя к себе. Мы сейчас не говорим о том... О своей свободе. Да. О себе. Мы не говорим о том, что испытывает Саша, Даша и прочее. Давайте оставим их портреты. А пусть они слушают сейчас и думают о своем состоянии. Что они будут делать? Они несут ответственность уже после того, что услышали, что нужно делать. А я назвал первое, второе и третье. Сейчас мы помогаем себе, как освободиться от вшей дьявольских, навязчивых мыслей, обвиняющих нас, и навязчивых чувств, обвиняющих нас. Вот я хочу, чтобы вы себя не просто чувствовали, а вы пребывали в свободе, как и я пребываю перед вами свободным. Для меня всегда свобода дороже всего. И поэтому я делюсь с вами всеми этими моим опытом, который делюсь для свободы, потому что к свободе призваны вы, братья. Несвободный человек, он неэффективный человек. Сколько бы он ни был способным, он неэффективный. Он не окажется именно тем орудием, которое Христос может употребить его полностью. Пожалуйста, еще вопросы. Иванович, вот, пожалуйста, уточните такой момент. Вы говорили о чувстве вины и о состоянии вины. Да. Я так понял, вот мы как бы в этом... Это разные вещи. Да, вот в этом ключе, как бы, что... Ну, я так понимаю, что, ну, если можно так вкратце, просто сжато, что... Что такое вот именно состояние и чувство? Это так же самое может присутствовать, как, допустим, вот мы говорим, что если ты сделал грех, и у тебя есть чувство вины, оно может перейти в состояние. Или же, допустим, это состояние только может быть только положительное. Вот как вот... Значит, смотрите, на примере с Каином. Каин задумал убить брата своего. В нем уже начало работать чувство вины. Бог его предупредил. Он уже понимал. Он понимал, что он виновен. На нем уже было чувство вины только по той причине, чтобы помыслил делать грех. Он на этой фазе не победил. И когда совершил грех, он уже не чувствовал, не испытывал чувство вины, а он стал виновным. Это разные вещи. Вот чтобы вы почувствовали. Дьявол часто нагнетает, он посылает нам навязчивые мысли, навязчивые реакции, навязчивые чувства, вот такие негативные, чтобы загнать нас вот уже в этом панцире, чтобы нам не быть свободным. И когда мы не свободны, не парим, действительно не радуемся во Христе, ему уже таких почти пленников легко действительно взять далее и довести уже до того, чтобы сделать грешниками. Понимаешь? И поэтому нам нужно всегда освобождаться и опережать сразу от чувства вины, чтобы впоследствии не оказаться виновным. А многие все еще сидят. Почему не каются? Потому что они говорят, я еще. Хотя чувство вины серьезно говорит. Потому что делаешь, мыслишь или прочее. Вот. Но ломается еще. До тех пор, пока дьявол его не доведет. Именно до этого состояния. Поэтому это, в этом и разница. Чувство вины – это тогда, когда или ты невиновен, но сатана тебя обвиняет несправедливо, и ты дал этой мысли, и она истязает тебя, мучает тебя. И нужно разобраться, проанализировать, отвергнуть ее и также признать себя свободным во Христе. Потому что она несостоятельна, это мысль или это чувство. Она не соответствует реальности. Это вот так нужно побеждать.
Да, слушаю. Но вот это вот состояние, когда ты понимаешь, четко понимаешь, что ты не виноват в этом, а тебя обвиняют в этом, да. И ты это принимаешь, как бы принимаешь, просто молчишь и принимаешь это. Это тоже состояние, но это положительное состояние. Это положительное, в котором о чем ты мы пребываешь говорили. Тоже. В такие случаи никогда человек не испытывает чувства вины. Когда ты осознанно понимаешь, что ты ради Христа поношение принимаешь, а ради Христа ты страдаешь. Мы же говорим о страданиях, что именно цель и смысл страданий ради Христа. Ради Христа, еще раз говорю. Ты несешь это поношение и эту вину. У тебя чувство вины не беспокоит и не берет. Абсолютно, ты спокоен. Почему мы любили петь песню? Пусть весь мир, что? Говорит иное. А я радуюсь и знаю, что я Христом спасен. На площади кто-то кричал всегда, не пел, а кричал. Потому что я не считаю себя певцом, но кричал здорово. Так, хорошо. Пожалуйста, другие вопросы. Но делал это от радости. И заявлял всем, что действительно я свободен и прощен. Хорошо, спасибо большое. Маленький такой комментарий, будем говорить. Полезны были темы или просто ради, извините, персоны вы здесь находились и, ну, уважим человека, вдовца, тут надо как-то его поддержать. Реально хочу знать, была полезна или нет, для кого-то она дала какие-то ответы или нет? Актуально. Хорошо, спасибо. Огромное вам спасибо за ваше не просто присутствие, за ваше участие. Хотя мало времени я вам дал говорить, сожалею. Ну, такое я, что ж делать. Но в чувство вины вы меня не загоните. Перед Богом я свободен. Я делал все, как мог и чем мог. Ну, остальное уже пусть совершит Дух Святой. Ну что, друзья, может быть, между нами есть все-таки люди, которые не свободны. Я не могу упустить этот случай. Не свободны. Мучаются. Да, сестра, скажите. У вас вопрос? У меня именно по моему состоянию вопрос. И я бы хотела знать, что когда конкретно делаешь не то, и это уже одно за другим идет. Да. Когда уже ты сделал, уже говорить что-то, уже нет смысла. Вот такое у меня состояние. Я бы вам рекомендовал обратиться к служителям, пожалуйста, в личной беседе, потому что я чувствую, что это не вопрос для аудитории, для публики. Это будет лучше, чтобы индивидуально разобрать, что это за конкретная проблема, и я более уверен, что они вам помогут и содействуют. Олег Николаевич, я в очках не читаю, просто не вижу. Пожалуйста, помогите, тут вопрос такой. Пытаюсь. Самое интересное, знаете, что они, наверное, поняли, что я не только не вижу, но и не слышу. Значит, пожалуйста, с этой запиской к Олегу Николаевичу. Кто написал эту записку, к нему, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо, тут записка еще с вчерашнего дня, но она не по теме. Прочитаю ее и просто помолимся. Прошлый приезд вы говорили. Я не могу не прочитать, потому что очень красивый прочерк. В прошлый приезд мы говорили, что хотите начать евангелизацию в Турции. Что можете сказать по данной теме? Ничего. Работаем, думаем. Имеем каналы, что-то делаем, но очень мало, незначительно, сожалею. Друзья,
обращаюсь к людям, если люди не свободные, привязанные, извините, скажу, привязанные, сатана вас привязал к столбу и написал «виновен». И вы испытываете чувство вины. Вы меня слышите, да? Привязал вас к столбу, и вы висите. И написал табличку «виновен», «виновна». Сегодня хочу сказать, что это ваше время освободиться. Есть такие привязанные, которые хотят освободиться. Поднимите руки, мы вам дадим возможность. Для вас всегда есть привилегия. Поднимите руки, есть ли такие, которые не свободны. Находятся в статусе виновного, видят себя виновным и испытывают страшное чувство вины. Слава Богу, все свободны. Значит, Слово Божие сделало свое дело. Что-то хотели сказать? Очень сильно. И по поводу, ну, в общем, по всякому поводу чувствую, когда обвиняют и не обвиняют, просто я себе это, может быть, накрутила. И я постоянно каюсь. И я постоянно вот как бы освобождаюсь, но через какой-то промежуток времени обратно есть чувство вины. Я снова остановлюсь и снова каюсь, и я хочу спросить. Вот мое покаяние у меня дома, оно правда ведь Бог слышит? Отвечаю. Если только ты испытываешь это чувство вины только в одном вопросе, и ты его не повторяешь, ну, скажем, дело, слово, мысль, но другие тебя обвиняют, при положении, что ты покаялась однажды и получила прощение, и больше не повторяешь, но опять кто-то тебя обвиняет в этом, вот сейчас будешь каяться, знаешь за что? И теперь я буду принимать покаяние специально за то, что ты не поверила в прощение. И сейчас ты должна освободиться. Уловила мысль? Да. Вы все уловили значение вот этого вопроса, потому что опять это уловка. Это сатанинская уловка. Если этот семинар только ради тебя, Анечка, ради тебя, я буду очень рад, чтобы сегодня ты стала свободной, чтобы ты приняла свободу, уж вышла свободной, свободной, потому что Христос сказал конкретно, ясно, если Сын освободит вас, свободно будете. Давайте мы помолимся и помолимся за сестру, чтобы она приобрела эту свободу верою, приняла в сердце и пошла домой свободной, и чтобы враг уже больше не смог смутить ее. Молись, пожалуйста. Прости. За эту искреннюю душу, за эту дочь твою, которую ты любишь, которую враг поймал ее и терзает, и мучает. Боже, довольно для нее других испытаний, других страданий, другой печали и скорби, которая, Господи, переполняет ее сердце. Боже, и враг еще подошел, Господи, лукаво и хитро для того, чтобы истязать и ранить ее душу. Боже, я прошу тебя, сейчас исцели. Исцели Твоим прощением. Господи, исцели Твоим очищением. И очередной раз прошу Тебя, Господи, окропи кровью Твоей Святой, дух, душу и тело во всей полноте. И, Господи, сними всякую вину.
И чтобы она могла прозреть и увидеть, Господи, что Ты действительно освобождаешь ее, взяв на себе всю ее вину. Господи, в чем дьявол продолжает ее обвинять? Люди продолжают ее обвинять. Боже, что Ты все это уже взял, вместил в себе, на себе, как агнец. Боже, и сейчас Ты стоишь перед ней, как агнец, который не обвиняет ее и не осуждает, Боже, за грехи, но обратно, Господи, прощая, Ты еще и освобождаешь. Прошу Тебя, всели эту веру в сердце, мощную, сильную, в ее сознании, ее в уме, Господи, чтобы она сейчас, ставшей, могла увидеть себя свободной, объявить себя свободной, свободной, Господи, перед духовным миром, перед церковью, свободной в семье, на работе, везде и повсюду, и чтобы она сияла, как свободная дочь Твоя, которую Ты развязал, Господи, все узы, все узлы, и вывел ее из этой темницы. Прошу Святого во имя Иисуса и для Твоей вечной славы. Аминь. Сестра Аня, я тебя объявляю свободной. Ты веришь мне? Я объявляю тебя во имя Иисуса Христа. Не потому, что я тебя освободил, но потому, что Христос это сделал. И все то, в чем тебя обвиняли и пытались обвинять, уже все. Все Христос уже забрал и полностью тебя освободил. Если Сын освободит Аню, то вы истинно свободны будете. Иди, живи, как свободная. Благослови тебя, Господь. Спасибо за искренность твою. Братья, пожалуйста, подходите. Что? Мне право закончить. Есть опасность, что еще полчаса. Нет, это уже юмор. Друзья мои, огромное вам спасибо. Благослови вас Бог. Если есть конкретные какие-то нужды, то, пожалуйста, вы можете их поделить.